Москву прибыли председатель Кабинета министров Корейской Народно-Демократической Республики господин Ким Ир Сен. Заместитель председателя Кабинета министров и министр иностранных дел господин Пак Хин Йен. Заместитель председателя Кабинета министров господин Хон Мэн Хи. В своей речи перед микрофоном господин Ким Ир Сен сказал: «Я позволю себе выразить уверенность, что настоящий приезд корейской правительственной делегации в Москву послужит делу дальнейшего расширения и укрепления политических, экономических и культурных связей между Корейской Народно-Демократической Республикой и Союзом Советских Социалистических Республик в интересах всеобщего мира и безопасности. Да здравствует дружба народов Советского Союза и Кореи! Да здравствует советский народ и его гениальный руководитель, генералиссимус Сталин!»